Дмитрий Загребельный, вы находитесь на моем канале, и меня часто спрашивают, а как ты моешь вот такие вот большие бутыри, то есть ёмшиком или чем-то еще. Действительно, отмывка таких больших бутылок это затруднительное занятие. Поэтому для себя я использую вот такой вот инструмент. Это ленты, нарезанные из джинс, закрепленные на специальных кольцах. Вот эти вот зеленые стержни – это вешалка с антискользящим покрытием, которые продаются, по-моему, за 55 рублей, 3 штуки в фикс-прайсе. Я ее выпрямил, то есть обрезал, выпрямил. И стяжечки, вот эти вот пластиковые хомутики, не знаю, видно здесь отсюда или нет, они там шагом в 2-3, бывает там 4 сантиметра идут, вот, чтобы стержень был прямой и ровный. Вот. И все, что останется потом, это вставить в шуруповерт и закрепить. Вот. Все, закрепили, и вот. Вот так это все дело работает. То есть вставляется все в бутылку. В бутылку я наливаю немножко средства силит. Вот, она очень хорошо известковые налеты и всякую грязь отмывает. Силит-бэнк для туалетов. Вот. И все. Вставляю вот этот вот самодельный ёршик и вперед. Ну, вот этот я буду еще переделывать, потому что ленты не так хорошо отмывают на самом деле, как ленты с завязанными узелочками. То есть я тут еще подлиннее нарежу ленточки и завяжу на кончиках узелки. Вот. И сразу сил трения довольно-таки большая получается. Вот. И бутылка отмывается на ура. Вот. Ну и кладу бутылку горизонтально, вот, то есть как они планируются к использованию. Вот. В таком вот виде кладу ее на какую-нибудь поверхность, вот, на табуретку там, допустим, и мою. Там чуть-чуть буквально воды наливаю, не надо сильно, потому что сильно наливаешь, лента начинает биться о воду, и вот это место, где вода, они нормально не чистят, не промывают ее. Вот. То есть главное, чтобы там пена получилась. Вот от моющего средства. То есть никаких супер-пупер секретов, ребят, тут нет. Вот. Так что теперь вы знаете больше. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Следите за развитием проекта ВАБАНК. Вот. А я с вами прощаюсь и до встречи на канале. Всем пока.